Так, все, мы начинаем запись. Всем привет. Будем обозревать обновление Раста. Вышли хорошие обновления, я вам скажу. Мы начнем с первого. Прислушайтесь. Вы слышите, да? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, во-первых, добавили звук, ну, передвижение, бегание, да? И мне почему-то звук напоминает, как будто на каблуках кто-то бегает. Во-вторых, изменили анимацию бега. Такой... Ой, сейчас я посрусь. Ну, реально, он как-то так по-другому бегать начал. Давайте мы уберем оружие, чтобы она не мешала. Так. О. Так, потом добавили, видите, да, пыль. Похоже на пердеж, но это пыль, которая у нас под ногами. Я не знаю, почему так. Это не очень логично, конечно. Когда вы по улице бегаете, у вас, наверное, такие же облака, да, вытекают. Так, оп-оп-о. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сразу видимость ухудшается. Так, еще я заметил, что звук передвижения и вот эта пыль, она везде разная, зависимо от почвы. Что же нам добавили еще? Я в прошлом выпуске говорил, что в режиме разработчика уже добавлен был снег. Да, теперь... Он добавлен в экспериментальный режим. Поэтому сейчас я побегу, найду снег и покажу вам. Там будут еще стоять елки. Так, но перед снегом давайте мы посмотрим на разные варианты биомов. Да, биомы. Опа, оп, оп, оп. Пойдемте посмотрим вот эту местность. Еще я хотел показать вам, как скала выглядит. Тоже очень красиво сделали. Let's go. Ну, во-первых, такие деревья я уже показывал, да, маленькие, есть большие. Вот мы видим, да, что как генерируются очень красиво такие леса получаются. Вот такие у нас камни, видите, на камне мох. Камень покрыт мхом. Давайте мы в упор глянем. Очень красивые текстуры, но это HD, нереально красиво. То есть я смотрю прям в упор. У вас будет качество похуже, потому что YouTube, он ухудшает качество, чтобы быстро видео загружалось. Но я вот смотрю, я не вижу, вообще ничего не размывается, короче, отличное качество. Потом вот мы видим, деревья стоят, видите, как красиво. Вот так смотришь, смотрите, реально, как будто ты в лесу находишься, вот реально в лесу. Молодцы. То есть, не знаю, графика гораздо красивее, чем DayZ, как по мне, гораздо красивее, реалистичнее. Вот деревья так выглядят, ромашки. Нет, ромашка где-то в другом, но так же выглядит практически. Вот она, ромашка. Угу, очень красиво. Вы видите, как будто гуляешь так в лесу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Хорошо, теперь я сейчас найду и покажу вам, как выглядит гора. Гора не которая из Mortal Kombat, а я имею в виду местность гора. Смотрите, какой красивый камень. Он похож на какой-то памятник. Вот реально. Здесь только осталось слова. О, смотрите, реально. Даже цветы лежат. Очень красиво. Листочки. Осталось слова вырезать. И все. Так, вот еще что появилось после обновления. Так, подождите, там какой-то мудак. Это вот красный... А, во-первых, видите, изменили стенки. Появилась такая фигня. Я не знаю, зачем это. Потом, почему-то появилась эта красная шляпа, тоже я не знаю для чего. Может это потом уберут, может быть это потом тоже покрасят, да? И так будут выглядеть стенки, типа крепеж. Непонятно, реально, они не написали, зачем это. Неизвестно. Так, минусанули бомжа. Он нашел волчонка. Ну, волка мы уже видели. Привет, дружок. Пока, дружок. Давайте добудем мясо. Ой, как он быстро бьет-то, матери божья. Вот мы добыли мясо волка и кости. Из костей мы потом можем делать ножик. Ну вот уже гора, да, давайте подойдем поближе. Я надеюсь, что меня не убьют. Заметьте, помните, я говорил, что звук другой? Слышите, да? Теперь звук травы стал. Вот так выглядят камни, очень красиво. Разработчики долго работали над этим, да? Над этими камнями, горы делали и так далее, очень долго. Я уже говорил, что будут пещеры, над пещерами тоже давно уже работают. То есть, как в Майнкрафте, будут огромные пещеры. Еще я говорил давно уже, возможно, не все это видели.
Вот именно новый Майнкрафт, да, он будет генерироваться на каждом сервере уникально. То есть, заходя на каждый сервер, вы будете видеть абсолютно новую игру. Она будет генерироваться, как Майнкрафт, каждый раз по-разному. На каждом сервере, то есть, будет свой раз, грубо говоря. Будут свои расположения там городов и так далее. Я считаю, это огромный плюс, то есть, такими темпами, да, раз, в принципе, не скоро будет надоедать, реально. То есть ты поиграл на одном сервере, там, выучился наизусть, пришел на другой сервер, опа, где я, Вася? Почему мы лезем на гору? А, я вам показал, как выглядит гора, вы видите, очень красиво. Да, гораздо красивее, чем раньше. А теперь мы видим жижа. Мы видим что-то белое. Я вам говорю, что будет переход другой, пока его не поставили. Видите, вот такой сейчас переход. Это называется градиент, да? Кто это, работает с фотошопом, он не знает, что такое градиент. Это когда переливается с одного цвета на другой. Но они сделают по-другому. Они уже сделали в режиме разработчиков, потом перенесут сюда. То есть здесь прям резко кончится снег, очень красиво выглядит. И прям резко начинается другая, типа, фигня. Ну что, вот такой вот у нас снежок. Я вам не наврал, конечно же. В этом камне вы видите, да? Блин, мало ли снега, конечно. Я находил побольше, елки мы не нашли. Ладно, давайте тогда сейчас я еще найду место, где есть снег. Тут есть огромные места снега. Я хочу показать вам елочки. Все, сейчас я паузу поставлю. Смотри, какая красота. Вот реально, как реальная жизнь, да? Да. Ну вот, я нашел еще здесь снег, где снега будет побольше. Заметьте, здесь мало домов, потому что это сервер неофициальный. Я специально сюда зашел, чтобы здесь пинг был нормальный. Потом здесь мало построек. Хотя разницы нет, куда я захожу, потому что они все обновляются одинаково. То есть, если вышла новая версия Раста, да, то вы не сможете зайти на старый сервер. Вот такой вот у нас снежок красивый, вот он. Он очень красивый, то есть, если мы даже смотрим вплотную, да, вообще не видно ни пикселей, ничего. Просто видно красивую шляпу, текстуры красивые. Что-то такое болтается. А. Вот я хочу, видите, вдалеке видно тоже снежок. Ну, мы, наверное, не будем искать елки, потому что реально это, наверное, много времени займет. Много времени займет. Опа! Первый промах за 40 лет. Второй промок за 45 лет. О, хоть сдох нормально. Так. Ладно, гоу. Без прицела, видели? Попадаю. Опять же, много-много людей. Этот человек. Попал? Нет, не попал. А-а-а-а! Отстреливаем, отстреливаем. Они растут просто ниоткуда. Ну, вот так вот, да? Можно, конечно же, туда сбегать. То есть, скорее всего, так же, видите, горы выглядят как 2D, скорее всего, да, когда сдалека смотришь. А когда подходишь в это ближе, они уже становятся 3D. Это тоже правильно для оптимизации. Ну, вот, в принципе, стоят уже елки, но где снег, да, там прям стоят елки в снегу. Очень красиво. Ну, мы не будем их искать, да. Ничего особенного, в принципе. Ну, вот так вот. Все. Самое главное, что я показал, что добавили снег. Я был прав, я не врал, когда в прошлый раз говорил, прогнозировал это. Ждем следующего обновления. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!